Я проживал свою счастливую детскую жизнь благодаря своим родителям. Видеть их было для меня счастьем, но это длилось недолго. И случилось то, чего я не хотел – развод. Все рассыпалось, как песочный домик. Но в результате это отразилось на мне, как бы я этого не хотел. Взрослая жизнь, она оказалась не такой, как я представлял себе в детстве. Уже будучи подростком, я любил спорт и занимался хоккеем. Именно это держало меня на плаву. В итоге добился больших достижений в этом виде спорта. Спорт даровал мне чувство эйфории, хоть и ненадолго. Но в один день у меня стали болеть колени. Как только я пытался присесть и встать, мои ноги пронзала невыносимая боль. А со временем боль усиливалась. Моя мама узнала о колледже «Гора Моисея», который проходил в Киеве. О том, что ежегодно люди получают там исцеление. И свободу во многих своих внутренних вопросах. Я понял, что нужно туда ехать. И я зарегистрировался на колледж «Гора Моисея» в 2014 году. Моя вера возросла. На одной из молитв апостол сказал: «Делайте то, что вы не можете». И я начал приседать. И я почувствовал, как по коленям прошлось тепло. И после этого я не чувствовал боли в коленях. Я благодарю Бога за это время. Благодарю за те бесценные учения, которые помогли мне выйти из ситуации, которые не давали мне жить свободно. Я иду вперед только с Ним. Меня зовут Давид, и гарантом моего счастья является Бог –